Всем привет, друзья мои! Рада приветствовать вас в своем саду. И сегодня видео о безвременниках. Это такие осенние цветочки, которые зацветают в сентябре. В мае они выпускают много листьев, потом листья пропадают, клубни отдыхают, и в сентябре появляются вот такие вот цветы. У меня их было много. Сидели они совершенно в другом месте. Это я сюда их пересадила весной. Там, где они были раньше, их очень любили листья есть улитки. Они их съедали так, что цветов я не получала. Весной я их выкопала, посадила вот сюда. И вот они цветут. Слабенькие, конечно. Вот эти вот должны быть немножко побольше у них. Но я думаю, на следующий год они здесь разрастутся. Улитки их трогать не будут. И будут украшать в сентябре мой сад. Здесь еще у меня не убрана лобелия. Вот такая вот полянка. Лобелия, безвременники. Пока еще радует. Хоть у нас и холодно. Безвременников их очень много разновидностей. Хочу купить такие махровые с игольчатыми такими цветочками. Очень мне они нравятся. Ну вот пока у меня только вот такие. Ну, всем спасибо. До встречи в моем саду.